Куда следует вывод, что находка имеет отношение ко всем, особенно ко мне. Спасибо за помощь. Можешь идти. Ну и пойду. Так, нам в Скайрим. Наконец-то. Хорошо, хоть тут дверь есть. Блёх. Осторожней, что ли? Да ты чё? Так, а значит теперь мы с вами перемещаемся. Так, где эта фигня? Так, это далековато. Гробница Хилгрунда. Ладно, давайте на драконий предел. Оттуда уже потопаем. Курочки, петушки, яблочки, капусточка. Так, драконий предел. Так, грёбаное автосохранение. Так, где-то там, точно помню, надо было там выходить. Вот здесь врата находятся. Да нет, тут не горы, драконий предел-то. Так, по-моему, все-таки вот сейчас, наверное, ниже, да, нам нужно выйти. Да, вот они, воротки. Я ничего не делал. Отлично! Так, давайте-ка открываем Skyrim. И движемся тогда по компасу нашему. Так, вообще вот там в ту сторону надо. Ух! Да ничего не случится, если даже здесь упаду. Так, может быть, там все-таки другой какой-то выход был. Может, я не совсем удачно добежал. Выносливости нет у меня. Это очень плохо. А до зелья я, кстати, использовать не буду. Где эта девица наш? Ну ладно, без разницы. Хоть она мне там и сильно помогала. Так, мельница. Ну-ка. Да черт её знает, куда она делась там. Может, я где-то сказал ей ждать? Вот она и пропала. Так. Да, вон крепость нормальная. Может быть, можно было... Ферма Холодная Борозда. Это что-то новенькое. Ну-ка, открыть тут где что, где вход. Ну-ка. Так, это что такое? Поймать, синяя бабочка. Поймали! Hell yeah! Так, новичок. Да ну, взламывать не хочу. Тем более, тут солдаты ходят. Посох-то, видать, тяжелый. Ну, ладно, отключим его. Нет, не будем отключать. Ну что, посмотрим, сколько там еще идти нам. Уф, далековатенько. Ну, просто пришлось вот оббегать, на самом деле, вот здесь очень много. Да, опасненько туда идти. Может быть, мы оседлать вот этого бычка сможем? Да уж. Но зато локацию откроем, и потом просто будем перемещаться туда, если там что-то потребуется. Если захочется искать какие-либо приключения. Но точно я говорил, вот как бы на ту гору надо будет лезть сейчас. Так, давайте бабочку загасим. Ловим. Так, еще одна бабочка. Будем их есть, если еды не останется. Так, блин, слушайте, как же клево, смотрите, горы, все это прорисовано. Замечательно просто, травка неплохо прорисована. Очень даже неплохо, я бы сказал. Можно, просто представьте себе, что вверху там снег, а здесь уже как бы нормально. А ну-ка, тварюга, сейчас я дайте-ка длинный лук. Щит. Да щит мне нафиг не нужен. Ну-ка, мальчики. Сейчас я вас, с вас шкурку сниму. Вот так вот. Так, что у нас там, кстати, по... Эх, не хочется брать, на самом деле. Да одной мне хватит, я думаю. Потом просто надо будет к этому кузнецу там сбегать, прокачать свои пушки. Так, да, с посохом, конечно, медленно достаточно бежала наша девочка. Блядь! Ни хрена себе, вот это волчара. Блин, когда сзади там кто-то зарычал, я... Фух, это действительно было давление на мой кишечник серьезное. Так. Вот там, по всей видимости, дорожка туда вверх ведет. Мы сейчас туда с вами и двинемся. Деревца неплохо. Ну, правда, видно, что не совсем реально. Да не то, что не совсем, совсем нереально. Но смотрится, опять же повторю, без устали я просто...
повторяю как мантру, что все здесь неплохо нарисовано. Замечательно. Так, и где-то уже, наверное, здесь. Сейчас нужно на картёшку посмотреть. А вот мы и дошли. Я, кстати, думал, что достаточно долго нам придется топать. А тут вроде много времени-то и не потратили. Буквально... Как... А, идет вот эта девица за нами. Ну, отлично, она нам будет помогать. Так, ну что мы видим? Крепость Фелглоу. Наконец-то мы сюда попали. Так, маги бегут, да? Ну-ка, стоп. Сейчас мы ядик какой-нибудь. Зелья, яды. Повреждение регенерации магии. Вот так вот сейчас. Ну-ка, иди сюда. Давай! Новичок всего лишь. Можно было, конечно, защитную фигню поставить, чтобы она не могла нас там... бить своей магией. Черное одеяние мага. Магия восстанавливается. Вес 1 кг. Да возьмем. Сразу в трусах такая лежит. Да и пофигу. Так, чувствую я здесь будет... Бляхмух. Это что за хрень еще? Так, ну-ка. Оооо, щет. Так, одежда. Так, одежда. У меня имперская броня. Нафига? Нам нужно одеяние новичка. Там на чей? Черное одеяние мага. Так тогда одеяние новичка получше будет. Да, сейчас одеваем его. Надо будет, кстати, в избранное добавить. Что, давайте прямо сейчас и добавим. Так, капюшон мага новичка. Увеличит магию на 30 единиц. Хорошо. И... Так, что нам еще нужно сделать? Так, магия. Какой магией мы будем ее мочить? Ладно, фиг с ней. Так, сейчас мы посмотрим. Из магии что мы можем взять? Разрушение, да? Крики, таланты, активные эффекты. Ну, берем разрушение, например. Все. Убежали. Попробуем сейчас ее завалить. Эту красотку нашу. А я хочу тоже огненный шар. Так, может быть, ее чем-то другим можно завалить. Да, похоже, этим не очень-то и получится. Да она огненная, блин, какой огонь-то, господи, о чем я? Так, крики, давайте криком ее бабахнем. Ну-ка. Фус! Ладно, берем, короче, сейчас, во-первых, предметы, зелья, сейчас выпьем какие-нибудь. Так, зелья лечения. То она сейчас нас завалит, причем конкретно. Так, ладно, берем тогда имперский меч и там одежда, по-моему, этот сыромятный щит. Да можно было в избранном, в принципе, выбрать. Свистни! Нет, рано. Ой, подожгла меня. Убегаем. Теперь ты поплачешься. Так, почти добил ее, кстати. Так, ну-ка, свистни. Ой. Вот так вот. Так. Еще один. Не так. Че не так? Тебя че, убили кого-то? Блин, на... Ах ты... Так, оберег. Подождите, дайте оберег попробую. Так, все. Тут-тун-тун-тун-тун. Малый оберег. Во! Что нам надо? А-а-а-а-а! Вот гад. Ах ты гаденыш. Так, а все у него, походу, магия там тоже исчерпалась, поэтому берем имперский меч и начинаем мочилово. До свидания. Так, сейчас он меня замочит. Нужно предметы, зелья, срочно зелье лечения. Так, давайте яд какой-нибудь. Опустошение запаса сил. Или повреждение регенерации магии. Да, вот это возьмем сейчас. Обаньки, на-ка!